Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал в район Махмутлар. Здесь строится один хороший проект из двух блоков. Надежный застройщик, который называется Demir Home Construction. Это мистер Сами. Мы давно друг друга знаем. У них были какие-то проекты по Алании. Короче, сам сейчас расскажешь все проекты. Мы пройдемся в офис. Вот такой вот офис. Будет сезон прозе. Это их проект. Это наш проект называется State of Art. 7500 квадратных метров общая площадь. 173 квартир. Разные проекты в квартирах. Есть квартиры лофт 2+1. 1+1, 2+1. В А-блоке у нас квартира 2+1. 90 var mı? Hayır. 6 metreye yakın. 6 metre. Evet. Çünkü 2+1 будет потолок высота 6 метров. Называется лофт проект. Вот этот вот он показывает лазером. Там будут высокие потолки в этой квартире 2+1. Единственный первый раз я слышу в Алане, что вот такой проект. Над нею есть двухкомнатные квартиры, на верхнем этаже три квартиры дуплекс, 168 квадратных метров, 2+1. В Б-блоке, в передней части проекта, 2+1 остались квартиры прямые. И на верхнем этажах остались дуплекс квартиры, 5+1. В прайс-листе все покажем. В А-блоке у нас инфраструктура, спа-центр, турецкая баня, сауна, римская парная, зона отдыха, раздевалки, фитнес-салон. Это большой бассейн. 660 квадратных метров будет большой бассейн. Плавательное расстояние бассейна 300 метров. В этой стороне у нас теннисный корт и баскетбольная площадка. Детская игровая площадка вот эта. Под Б-блоком кинотеатр, игровая зона, бильярдная, стол. Открытые парковочные места. Две тысячи квадратных метров открытая парковка. Большой проект. 7500 квадратных метров общая площадь. 173 квартиры в двух блоках. Разные типы квартир, проекта, планы. 5+1 есть дуплексы, есть лофт квартир 2+1. 1+1 разные планировки. В основном все квартиры видят море, горы. Верхние этажи видят полностью всю Аланию. Вот как красиво нарисовали. Я сам хочу себе купить с этого проекта. Для меня будет эксклюзивная скидка. Допустим, даже мои друзья, близкие родственники или мои клиенты, зрители моего канала. Поскольку ты мой близкий друг, я сделаю все, что смогу. Вот такой проект. We'll be right back.
duymamışam bir böyle. Fiyat listesini görmek isterdim. 59 bin eurodan başlamakta. 1 artı 1 ile 55 metrekare toplam kullanım alanı. 30 sene otelik makinaydı. Kaç bin eurodan başlıyor? 59 bin euro. Ödeme planlı. %35'ini ön peşinat alıyoruz. Euro'nun çınarca cığını. 59 euro. 2 artı 1'ler kaçtan başlıyor? 59 euro. 2 artı 1'ler buradaki gördüğünüz gibi 2 plus 1. A bloktaki loft dairelerimiz kvartir 6 metre. 500 eurodan başlıyor. Начинается от 98 500, вот где 6 метров потолок, 2 плюс 1, и поднимается вверх. 3 артı 1'ler kaçtan? 3 artı 1'ler bizim dublekslerimiz var. 168 metrekare olanlar. Uh-huh. Bunlar 279 bin euro'dan başlamakta. Начинается 4-комнатная квартира, 168 квадратных метров. 1 плюс 1 двухкомнатная, 1 артı 1'ler kaç metrekare? 1 artı 1'lerimiz 55 metrekare. 55 квадратных метров, 1 плюс 1 начинается квадратный метр. Брутто. Evet, брут, топлам. Брутто 55 квадратных метров у двухкомнатных. 2 артı 1'lerde? 2 artı 1'lerimizde burada B blokta var, görüyorsun. Bloki B. Bloki B, 99 000 euro начинается. 98 квадратных метров вот здесь написано. Мы потом прайс-лист как-то вставим. Или отправим, кому нужно. Так. Tamam. Şimdi ödeme bu şekli, ödeme şekli nasıl? Onu da sorayım. Biz 6. ayda buraya başladık. Haziran ayında. Evet. Önümüzdeki 2022 yılının Haziran'ın 30'unda biz teslim edeceğiz. 22. Evet. Проект будет сдан именно в 2022 году в августе. До августа. Но он сказал июнь, Haziran ayı dediyse Ağustos düşünelim. Yok. Hayır, Ağustos değil. Biz 6. ayın 30'unda teslim ediyoruz. Tamam. Projemizi. Eğer çünkü gecikseniz ceza olarak her hafta 200 euro ödeme tabiri talep ödeme hı-hı veriyoruz müşteriye cezai şart. Aylık 800 euroya denk geliyor. Anladım. Evet, ama şunu söyleyeyim ben size. Demirom Construction Company güçlü bir kampanya. Tamam. Biz bu projeyi biliyorum zaten yaparız. Yani hiç satmadan da biz bu projeyi bitiririz. Kendi finansınızla. Kendi paranızla hepsini halledeceksiniz. Evet. Yani biz müşteriyi burada kesinlikle mağdur duruma sokmayız. Anladım. Значит, проект будет сдан в июне 2022 года. Если будет опоздание, то каждая неделя, каждый месяц 800 евро будут они оплачивать штраф за то, что если не построят проект вовремя. Вот такие у них условия. Кому интересно, дорогие зрители, кому интересно этот проект, обращайтесь, поможем, чем можем. Мне сами сделают хорошую скидку. Также, может быть, сам я отсюда куплю на стадии строительства. Ödeme şekli nasıldı? Ön planda ne kadar ödemesi lazım? Biz %35'ini ön peşinat alıyoruz. Geri kalan %65'lik bölümü inşaatın biteceği 6. ayın 30'una kadar isterse aylık, isterse 2 ayda bir ödeme planını veriyoruz. Grafik, yüzen grafik. Tabii yüzen grafik. Müşterinin kendisine, tabii, kendisine yardımcı oluyoruz. Belirlediği. Квартира продается, нужно оплатить 35% начальный взнос сделать, а остальное там 65% оплачивать до строительства, до 2022 года, до июня. Ну где-то 12 месяцев. Tabii, 12 месяцев. 12 месяцев рассрочка беспроцентная, дорогие зрители. Кому интересно, обращайтесь, гибкий график, как хотите, можете оплачивать. Хотите 5 месяцев одним разом оплачивать, каждые 5 месяцев, хотите каждый месяц по 2000 евро, там график вам составит лист по вашему бюджету. Şimdi, projemizin en güzel özelliklerini söyleyeyim ben size. 8. katın manzarası bu, akşam gün batarken. Вот, 8 этаж, вид квартиры, вот такой. Закат будете каждый вечер наблюдать. Еще я... Вот, бу,
Dokuzuncu katın manzarası. Это девятый этаж. Bu yedinci kat. Это седьмой этаж, вид. Bu duplekslerdeki görsel. Это в дуплексах, вид. 5 artı 1'lerimizin. 5 plus 1 dupleksi. Oturma odasının görseli. Tamam. Bu yemek masamız. Bu şekilde. Bu da 1 artı 1 olan dairelerimizin görseli. Bu 1 artı 1 mi? Bu da 1 plus 1. Вид с квартиры двухкомнатной. Bizim projemizde özelliklerinden biri de şu, tek tip daire tipi değil, 1 artı 1 değil sadece ya da 2 artı 1'den oluşmuyor. Loft daireler var, yüksek katlı. 2 artı 1'den 2 artı 1 oluyor onlar. 1 artı 1'lerimiz var, 3 artı 1'ler var kullanılacak. Yani kiraya mı verilecek orası yoksa? Kiraya da verebiliriz, satabiliriz de, satın almak isteyenler için. Продаются также магазины на нижних этажах этого проекта. Кто хочет купить в дуплексах квартиру, кто хочет взять гражданство турецкое, доплачивает 25 тысяч евро, мы даем, подаем заявку на гражданство Турции. Это будет подарок от нас, но нужно вам доплатить 25 тысяч евро. Там потому что расходы 250 тысяч долларов при покупке недвижимости и плюс налог. У нас есть пляж, который мы договорились. Летом 6 месяцев у нас будет сервис на пляж, трансфер в день 3 раза. Если будет много народу, мы увеличим сервис. Много проектов в Алании, которые бывают спа-центр, хамам, которые не функционируют. У нас 12 месяцев будет функционировать. Она будет активная, будет работать постоянно. У нас даже сотрудники будут за рубежа, массажисты. Мы сами будем управляющая команда в этом проекте. Айдат какой проекта? 1 плюс 1 – 25 евро. 2 плюс 1 – 30 евро. 3 плюс 1 – 40. И дуплексы – 50 евро. Тут есть 724 видеонаблюдения, охрана, консьерж присутствует, садовник. Будет команда, которая будет за всем наблюдать. Будет красивый, отличный, супер проект. Вам только нужно приготовить еду и покушать. Если купят пустую квартиру, вы помогаете в декорации, в дизайне квартиры? У нас в компании есть свой архитектор, инженер, дизайнер. Мы поможем по вашим критериям, обставим внутренний дизайн, мебель, мягкая мебель, во всем поможем, чем можем. Мы даем квартиру, продаем пустую. Бытовой техники тоже нет в квартире. Только гарнитура готова, кухонная, санузлы готовые, туда никаких трат нету. Мы просто помогаем, чтобы наши клиенты были довольны от покупки квартиры. Мы можем также сдавать на аренду, мы даем гарантии аренды нашим инвесторам. Мы сами занимаемся этим делом. Сколько? Они аренда вам дадут по хорошей цене, будут сдавать в аренду. 7% они берут от сделки на аренду. Но мебель должны сами выбирать, сами обставить квартиру, тогда они дают гарантию на аренду. Цена 3 раза меняется, по 5% поднимается, это первый прайс-лист. В Б-блоке в основном продана квартира, черным видно. Это план оплаты.
15, там, в начале 35, 15, 10. Мы помогаем в оплате. Если вы не сможете оплатить, мы не нажимаем на наш клиент, у нас гибкий график. Я добавлю эту фотографию прайс-листа в ролик. Значит, вы услышали все, что сказал мистер Сами. Кому интересует, пишите, звоните на номер, который указан в описании. WhatsApp, Telegram, Viber. Рад буду помочь. Всем пока-пока. Teach me to fly, I won't be coming down.